Тысячи мертвой рыбы в реке Ягорлык. Министерство окружающей среды заявляет, что учреждение само сообщило о катастрофе, не исключая, что химикаты могли попасть в воду. Для выяснения ситуации эксперты из Кишинева отправятся на левый берег Днестра, чтобы взять пробы. Между тем, администрация Приднестровского региона заявляет, что всему виной избыток растительности и недостаток кислорода в воде. Остановились на трассе подышать свежим воздухом. Чувствуем вонище невозможное. Спустились правее к заповеднику, где озеро, в сторону Дайбан. Спускаемся. Ребята, это трагедия масштаба всего нашего государства. Кадры с мертвой рыбой на берегу реки Ягорлык на левом берегу Днестра стали вирусными в соцсетях. Очевидцы, заснявшие видео, призвали власти вмешаться в ситуацию. Десятки тысяч рыбёк валяются разного размера, тухлые. Пожалуйста, кто может пояснить, что случилось? В Министерстве окружающей среды заявили, что приняли к сведению информацию, а завтра в Днестровский заповедник отправятся инспекторы вместе с представителями бюро реинтеграции, чтобы взять пробы. Предполагается, что в реке могли быть разливы химикатов или это из-за отсутствия осадков и высоких температур, которые могли стать причиной гибели тысячи рыб. На эти вопросы ответит инспекция по охране окружающей среды. Тем временем специалист, ответственный за экологический контроль в Приднестровье, утверждает, что уже провели проверки, и виной тому избыток растительности в речных водах, а также недостаток кислорода, обусловленный высокими температурами. Левобережная пресса пишет, что подобное уже происходило здесь 5 лет назад.